день, дорогие коллеги, уважаемые друзья. Андрей очень хорошо сегодня анонсировал наш конкурс, 4-й год, информационно-просветительский проект, который сегодня очень много помогает для того, чтобы сегодня показать российское село во всей его красе. И мне приятно сегодня видеть сидящих в зале победителей этого конкурса, и с большим удовольствием я хотел бы вручить эти награды от имени министра сельского хозяйства Александра Николаевича Ткачева, пожелать вам творческих успехов, дальнейших побед и, конечно, активного участия в нашем конкурсе. Мы уже говорили о том, что более 5000 представлено заявок. Заявки все интересные, самобытные. Было очень сложно работать в конкурсном жюри. Но я думаю, что сегодня в этом зале и на этой площадке самые достойные. Мы вас поздравляем. Ну и переходим к награждению.